Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сейчас я нахожусь в хобби-магазине Michaels и хочу показать вам, какие новогодние игрушки были в этом году. Каждый год они делают новые игрушки. Итак, это какой-то странный капкейк. Хочу сразу сказать, все эти игрушки сделаны из стекла. Вау! Есть даже вареник. Это я впервые вижу такое. Вареник. Что тут еще интересно? По-моему, больше ничего. Так. Автобус с Дедом Морозом и его помощниками. Так. Здесь у нас попкорн. Бутылочка шампанского. Так, что у нас еще здесь? Розовое вино. Так, что-то... Вау, пирожное. Какой-то фрукт. Малина. Я извиняюсь, это клубника в шоколаде. Чтобы я еще не разбила все это. Вот такая уточка с розовым бантиком. Роза. Так. Такая маска. О, лебедь. Какие-то перья приклеили розовые. Ага. Пара коньков. Что здесь у нас? Ракушечка. Шишечка, как всегда. Сердечко. Это какой-то антиквариат сделали. Лично я такие игрушки не люблю. И обратно розовое вино. Детская погремушка. Кусочек пирога. Интересно, что это за начинка такая в пироге. Может быть, это смородина красная. А, какой-то сэндвич. Обратно френч фрайс вижу. Вау, русалочка вот такая. Что еще интересно здесь? Сковородочка такая. Вафелька с кремом и ягодами. Сейчас я здесь пороюсь. Все интересные игрушки, какие я найду, я вам покажу. Ну все, ребята, накопала я вам игрушек. Интересно показать. Вот. Только голова снеговика. Хорошо, хоть морковка на месте. Теперь вот такой тапок. Не знаю, кто такой на елку повесил. Ну ладно. Кубики. Бэби. А, бэби написано. Тут, наверное, у кого родился ребенок. Такую игрушку купить себе. Это игра. Не знаю. Геймбой, может быть, не знаю. Так, вот такой крабик. Теперь, что у нас еще есть? Петушок.
как всегда. Петушков часто продают, каждый год они разные. Обложим петушка. Смотрите, какая штучка, очень понравилась. Краньон. Смотрится прикольненько. Что еще у нас тут лежит? О, вот эта рыбка мне понравилась. Puff fish. Я не знаю, как она по-русски называется. Теперь игральный автомат. Птичка такая. Вместе с веточкой. Какая-то грозная птичка. Может быть, она замерзла, поэтому так выглядит. Ну ладно, положим. Красант. Такой пушистый. Вау, смотрите еще. Какого рака я нашла. По-моему, симпатичный. Так, что у нас еще здесь? Для любителей вязать. Сейчас вам покажу спереди. Как она выглядит. Love yarn. Я люблю пряжу. Пару игрушек еще нашла разбитых. Каяк есть. Нету дяденьки. Наверное, выпал уже. Здесь вообще непонятно, что было. Разбилась тоже. Но это не я разбила, это кто-то уже разбил. Сейчас еще что-нибудь поищем, показать вам. Вот еще игрушки нашла. Такой цветочек. Я не знаю, как он правильно по-русски называется. По-английски называется поинсерия. Теперь. Вот. Для учителей. Хорошая игрушка написана. Лучший учитель. Я извиняюсь. Лучший учитель. Даже кассета есть. Кепка написано US veteran. Вот такая собачка. Пару багетов в пакетике. Тут еще разные игрушки. Что-то за бутылочка. Бурбон. Вот еще одна бутылочка. Почтовый ящик. Также есть игрушки, которые вы делаете сами. Они пластик, да? Сейчас игрушки все 50% скидка. Завтра уже Рождество, поэтому они сделали уже распродажены все игрушки. Я не знаю, сделали ли дискаунт, скидки на декорации, наверное, тоже, да. Я нигде знака не вижу, но я тоже думаю, да. Большое всем спасибо, кто посмотрел мое видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!